Значит, я бы крайне осторожно относился к привычке записывать все и переносить якобы свои мысли на лист, на бумагу. Моя рекомендация связана с тем, что... Тихо! Когда мы переносим на бумагу или на какие-то электронные носители, тем самым мы себе даем разрешение на то, что в принципе можно забыть ту информацию, которую мы внесли. Вот. А из-за того, что некоторые вещи нам нужно помнить постоянно, например, наши цели, наши миссии, то, что нас драйвит, то, что нас в настроении улучшает, то, ради чего мы, допустим, там делаем то, что мы делаем. Эти вопросы должны постоянно в нас сидеть. Они постоянно должны нам помогать двигаться каждую секунду. И если мы где-то там записали какую-то информацию, которая очень важна, наш мозг через время забывает об этом. Забывает об этой информации, якобы ее можно найти где-то. Но тут страшная такая, может быть, ошибка, то, что человек перенес все туда. Здесь у него оно какое-то время было, потом оно улетучилось. Ну и все, собственно, что мы получаем? Человек потом как бы живет по каким-то другим своим там идеалам, представлениям, а то, что реально его вдохновляло, то, что реально его заряжало, то, по каким принципам он до этого жил, это уходит в небытие какое-то. И потом можем часто сталкиваемся с такой ситуацией, что через годы человек возвращается опять к тем выводам, а они уже были пару лет назад где-то написаны и зафиксированы.